Здравствуйте! Сегодня я поделюсь с вами рецептом приготовления пирожков с луком и яйцом. Нам понадобится пачка слоеного дрожжевого теста, 7 некрупных или 6 крупных яиц, зеленый лук и соль. Сначала приготовим начинку для наших пирожков. Поставили вариться на плиту кастрюлю с яйцами. Вода закипела. Варим яйца вкрутую в течение 10 минут. Яйца варились 10 минут. Ставим их под проточную холодную воду. Оставляем яйца в холодной воде минут на 5-10. Помытый лук режем на начинку. Яйца достали из холодной воды и будем их чистить. Режем яйца небольшими кусочками. Лук с яйцами перемешиваем и добавляем соль по вкусу. Начинка для пирожков готова. Подготавливаем противень, в него кладем бумагу для выпечки. Достаем из пачки пластину теста. Разрезаем ее на 9 квадратов. Квадраты перекладываем на тарелку, а один оставляем на досточке и будем его раскатывать скалкой. Кладем начинку, соединяем противоположные концы квадрата, края залепливаем руками, немного подгибаем углы и кладем на противень швом вниз. В одной пачке было 2 пластины теста. Из 2 пластин теста у меня получилось 18 пирожков. Противень с пирожками ставим в духовку. Готовим пирожки в духовке при температуре 220 градусов. Наши пирожки готовы. Всем желаю удачи и приятного аппетита!